Я люблю очаровательные вещи. Я коллекционирую все от смесителей до сидений для унитазов. Всем привет! Вы на канале Дефплей, и мы продолжаем проходить Ультра Данго Тянка Ронпу. Не забываем пошлепать мой лайк, написать комментарий, минимум из 5 хороших слов для поддержки этого видео. А еще можно платно подписаться на канал, задонатить по ссылкам в описании, как сделал этот чудесный молодой человек. Или же подписаться на мою телегу, все ссылки в описании. Погнали! Так, нам надо как бы вот сюда. Неважно, даже если они всего лишь дети, мы должны убить их, прежде чем они убьют нас! Но на стороне детей есть Монокумы. Сначала мы должны с ними что-то сделать. Что ты имеешь в виду? Все так, как я и сказала. Надо как-то их спасти. Я тут в тупике. Если я останусь под землей еще на минуту, то потеряю все. Чего? Я тебе говорю, без плана сражаться сейчас слишком рискованно. Хайджи, как лидер, что ты думаешь? В моих руках жизнь каждого. Я ни за что не стану подвергать всех вас опасности. Я категорически против... суицидальных отрядов, даже для тех, кто готов умереть. Так ты хочешь, чтобы мы просто остались здесь? Ты говоришь нам провести жизнь в этом дерьмовом месте, постоянно боясь детей? Мой принцип — не трать жизнь зря. Как лидер, я не могу принять план, который этому противоречит. Но! Я не говорю тебе оставаться здесь навсегда. Я просто говорю, что сейчас неподходящее время. Есть ли у кого-нибудь идея? Хайджи! Ничего, если эти девушки присоединятся к обсуждению после того, как вы, ребята, сделаете перерыв. Привет! Вы двое. Почему вы здесь? Я уже сказал тебе, что не хочу больше с тобой разговаривать. Ну же, сейчас не время спорить. Ребят, вам нужно поладить, особенно в такое время. Господи. Это обсуждение завершено. Ну нет же. Вы ведь еще не рассмотрели все варианты, верно? Помните идею, которую я высказал раньше? Вы это учитывали? Я уже говорил тебе, это невозможно. Я понимаю твои чувства, но... Эй, о чем вы, ребята, говорите? Это... Мы рассуждали об убеждении детей. Убеждению? Это твоя идея, очевидно. Уже немного поздновато для этого, тебе так не кажется? Но вы, ребята, все люди. Договариваться можно словами, а не насилием. Ты действительно думаешь, что группа таких монстров, как эти дети, можно... уговорить? Боюсь поспорить, они убьют нас, как только мы придем к ним за помощью. Плюс эта группа здесь, с этими детьми не может быть мира. Вы знаете, что они сделали? Но все же, почему бы тебе хотя бы не попробовать? Как сказал Широкума, мы все люди. Ты уже забыла, с кем мы имеем дело?
Помните, что это... помните, что... Пэйпанк показал нам? Блять, что за Пэйпанк? Просто потому, что они родили нас и вырастили, они думали, что смогут контролировать всех нас. Как герой, я выследил их и отпустил всех на свободу! А, всех на свободу! А, Пэйпанк это тот мелкий пиздюк. Ага. Этим отродьям плевать даже на семью, такие вещи, как убеждения. Это никогда не сработает. Верно! Они не люди, они демоны. И не только. Даже если бы мы попытались использовать семью, чтобы убедить их, это было бы невозможно. У выживших здесь детей все равно нет. А? Подожди, ты имеешь в виду, что у всех здесь нет детей? Но здесь так много взрослых. Это, наверное, не совпадение. Эти дети в первую очередь обращают внимание на родителей. Что? Кто знает? А, почему? Кто знает? У них есть глубокая ненависть к тем, кто их воспитал. Все запутано. Вырастил. Такую группу невозможно переубедить. Я против этой идеи. Но если борьба невозможна, а уговоры... И уговоры невозможны, что вы будете делать? Война, сражение, блядь. Разве я этого уже не говорил? Лучший план просто подождать некоторое время, пока появится хорошая возможность. И как долго это... Какое это время? Я не знаю. Но и сейчас самое время собраться с силами и перетерпеть. Ты говоришь «подожди и терпи». Ты просто повторяешь тот факт, что ты ничего не собираешься делать. Подтверждаешь. Ты не отсюда. Как ты могла это понять? Я лидер этого сопротивления. Мне приходится думать о жизни всех здесь. Какое сопротивление? Бесполезный лидер, как ты. Ты еще большая обуза, чем ты, эта цыпочка. Да что ты говоришь? Эй, вы двое! Ты не думаешь о других и просто говоришь, что хочешь. Ты ничем не отличаешься от этих детей. Это ты тот ребенок. Жаловаться, ничего не делая. Если тебе не нравится, как я себя веду, ты можешь уйти. Никто не собирается вас останавливать. Тебе не нужно повторять мне дважды, я ухожу. Но я знаю, что ты ошибаешься. Пошли, Амару. Это ты ошибаешься, Тока. А? Почему ты это говоришь? Ты не понимаешь. Ты вообще не понимаешь чувств слабых. Я не виню их за слабость, я виню их за то, что они используют это как оправдание. Вот и это именно то, о чем я говорю. Причина, по которой они ничего не делают, заключается в том, что они не могут завоевать доверие. И я знаю, о чем говорю. Ты сильная и талантливая.
выбран избранная для Академии Пика Надежды и Фонда Будущего. Ты не представляешь, что чувствуют такие люди, как я. Ты не знаешь, что это. Я не понимаю, что значит быть слабым. Думаешь, я избранная? Да ты, должно быть, шутишь. Что во мне такого хорошего, а? У меня комплекс неполноценности. У меня нет уверенности. У меня никогда ее не было. Но что изменится, если я буду продолжать это говорить, используя это как оправдание каждый день? И я узнала это после убийства. Я пострадала из-за того, что... Из-за этого, но как-то справилась с этим. Так что, что бы ты ни говорила, что меня просто избрали, как... Блять, как это получше-то перевести-то? Ты говоришь, что я просто избрана, но я не могу ничего поделать с этим. Я не имела к этому никакого отношения. Пожалуйста, подождите, ребята. Ух, драки это большое не-не-не. Дун-дун. О, внимание, внимание! Монокума нападают на нас! А? Да ёб твою мать! Плоские хуйни? Блять, как они двигаются! Что ж, пиздец. Ебать колотить. Блять! Блять! Бля-бля-бля! Бля! 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 Хуёво. Почему здесь Монокума? Как дети узнали об этом месте? Это сейчас не важно, просто беги! Бегите! Может, нам тоже стоит бежать, а? Постойте! Пожалуйста, защитите всех! Защитить? Если так будет продолжаться, все умрут. Если ты сможешь выиграть нам хотя бы немного времени. Прошу вас, пожалуйста, мы нуждаемся в вас. Сейчас не время спорить, а если мы не будем сражаться, наша жизнь тоже будет в опасности. Ладно. Я понял. Подожди, я... Где ебаная Монокума? А! Есть. Да блядь!
Да подождите, блядь! Да сука, блядь! Слушай, этот мелкий пиздюк нам не... Да почему он разворачивает ёбаную камеру хуй знает куда? Блять, подожди! О! Нахуй, на? Так, подожди, я... Все будет хорошо, Камару-чан, еще немного постарайся. Пошел нахуй. Спасибо, что спасли всех. Слушай, в принципе, это было не так и сложно-то. Заебывающе, да? Но не сложно. Слушайте, но между прочим, вы сами виноваты, вы вообще нихуя не делали для своего спасения. Просто, блядь, сидели на месте. Это ужасно. Это так ужасно. Это все ваша вина. А? Все это время я был так осторожен, охраняя это место в секрете. Сохраняя это место в секрете. Я убедил людей остаться под землей, остаться в укрытии, чтобы за ними нельзя было следить. И после всего этого, вот все это происходит. Единственное объяснение состоит в том, что они последовали за вами. Вы привели их сюда. Мы? Когда вы связались с Фондом Будущего, дети, должно быть, заметили вас. Они следили за вами, и вы привели их прямо сюда. Это все ваша вина! Вы сделали это с нами! Но это нечестно, я... Это должно было случиться... Я не хотела, чтобы это случилось... Подожди, эти двое защищали нас, не так ли? Если бы они никогда не вернулись сюда после своей глупой миссии, это место не подверглось бы атаке. Это безосновательное обвинение. Вы просто делаете предположение. Ты просто делаешь предположение. Ну, если я предполагаю... Продолжая предполагать, я пойду еще дальше и скажу, что вы, ребята, шпионы в пользу детей. Шпионы детей. Но это не смешно. Мы не можем... Что мы можем от этого выиграть? Я помню старую народную сказку о войне птиц и зверей. Помощь, используя лицо и птицы, и зверя, летучая мышь играла на обеих сторонах. Но поскольку летучая мышь, он... Но поскольку
Он не мог подобраться ни к одному из них слишком близко. В конце концов, летучая мышь оказывается одна. Что ты пытаешься сказать? Птицы или зверь? Интересно, на чьей-то стороне? Блин, это опять? Пожалуйста, прекрати! Почему сейчас? Что это такое? Что происходит? Ты спрашиваешь меня? Не веди себя так, будто не знаешь. Что? Эй, что ты? Отпусти меня! Заприте их! Что вы собираетесь делать? Пожалуйста, отпустите меня! Слушай, ну, по крайней мере, там кровать есть. Дерьмо! У меня забрали электрошокер, а потом запихнули в эту пыльную комнату. Это все ты виновата. Надеюсь, она подавится рыбой, которую поймала сама. Что? Ну, я думаю... Думаю, я не хочу, чтобы она действительно умерла. Мне сейчас нужно сосредоточиться на господине Бьякуя, а не на этом... А не на этой тупой идиотке. Я не могу просто оставаться в заперти в таком месте. Мне нужно поторопиться и спасти Мас... Я должна спасти... Это так близко, и я собиралась чихнуть. Я не могу больше этого выносить. Мне нужно найти тебя, Амару, и... Я должна найти Амару и... Да серьезно, почему я думаю о ней в такое время? Раздражает. Когда вы связались с фондом будущего, дети, должно быть, заметили вас. Они следили за вами, и вы привели их прямо сюда. Это вся ваша вина! Это вы сделали со всеми нами! Это все моя вина. Из-за меня все пострадали. Он прав. Если бы я не настаивала на возвращении сюда... Если бы я просто больше старалась, если бы я была лучше, я могла бы их защитить. Я могла бы... Но я не смогла. Потому что я слаба. Как и сказала Тока, я такая слабая. Я все время говорила... Я ничего не могу сделать, всегда полагаюсь на других. Я никогда даже не думала о спасении других. А теперь случилось вот это. Скрытность, скрытность, скрытность! Тра-ля-ля-ля-ля! О, привет! Меня зовут Катока Уцуги. Я боец в Войнах Надежды. Ранее известная как... Маленькая ультимативная драма. Супер-пупер драма. Ну, это вообще не имеет значения. Откройся, Сизам! Сизам, откройся!
Ваху! Простите за вторжение. Блять, что? Ёбаный ты в рот, Сланг, что это вообще значит? Thank you very much! Господи, бля! Thank you very much! Курва. Я вернулась за... этой отсылкой... Мне постоянно приходилось иметь дело с бэби-бумерами, так что мои шутки уже устарели. Бэби-бумеры? Это, блядь, вообще кто? И говоря о старом... Я не могу придумать никакого продолжения, я должно быть нервничаю. Мое сердце бьется быстрее, чем 16 ударов в секунду. Господин Такахаси бы гордился. Чего, блять, какой Такахаси? А кто из них Такахаси-то? Да-да, я уже знаю, что ты хочешь сказать. Ты собиралась сказать мне, что боец должен быть мальчиком. Не говоря о мальчиках, я слышала, как некоторые говорят, что у слизней нет пола. Ёб твою мать. У меня мозги вытекают от... Блять, от этого всего. Это, сука, смысла и так нихуя нет, а пытаюсь перевести на русский, блять. Я сижу, думаю, я долбоёб или тут так все и должно быть? Но на самом деле слизни имеют одновременное мужское и женское тело. Люди, которые распространяют полуобманную ложь о слизняках, заслуживают быстрого наказания. Моментального. Боевой удар, боевой удар, чикау, чикау! Хача! Блять, я не хотел видеть панцушот 8-летней девочки! Боже, пиздец. Вот что я им сказала, что я не хочу быть бойцом, потому что у меня плохо с физкультурой. Я имею в виду, что я действительно хороша в образовании, хотя... физическом воспитании, хотя... как насчет тебя? Ты хороша в здравоохранении или физкультуре? Это вообще тот предмет, в котором ты... Это тот предмет, в котором ты хороша? Нет девушек, которые не любят здоровье и физкультуру. Во всяком случае, это моя теория. Господи, какой бред пошел. Смотри. Что? Правда в том, что на самом деле я здесь, чтобы выследить тебя. Но я передумала. Я позволю тебе сбежать. А? Не похоже, что мои чувства к демонам изменились. Я до сих пор их глубоко ненавижу. Они ее заставили, а ей поебать вообще. Я все еще хочу убить их всех самым болезненным и жестоким способом. Как, например, утопить их в септике. Или засунуть бритву под ногти. Но подожди, если эту бритву под ногти засунешь,
Это, конечно, будет больновато и неприятно, но от этого человек вряд ли умрет. Но этого даже недостаточно. Я ненавижу их со всей силой. Но в любом случае, несмотря на мою ненависть, причина, по которой я позволю тебе сбежать, заключается в том, что... Ты очень очаровательна. Не, ну в принципе она миленькая. Да. Ага. Я люблю очаровательные вещи. Я коллекционирую все от смесителей до сидений. Для унитазов. Ёб твою ж, нахер пиздец. Не так, я отпущу такую очаровательную девушку, как ты. Правда? Есть одна загвоздка. Ты единственная, кому разрешено уйти. Четыре глаза... Вообще не миленькая. Четырехглазая. Что? Ну, держи это в секрете, особенно от мудреца Нагисы. От мудреца Нагисы. Он очень строг с правилами. Нагиса говорит, я даже газировку во время еды пить не могу. Я не виновата, что еда такая невкусная. Я имею в виду, он мог бы, по крайней мере, дать мне немного... Говорит мне пить молоко, даже если я ем хлопья. Это как пить суп карри с карри. Бля. Хотя, впрочем, восьмилетние дети вот примерно так и говорят. Это вообще такая бессвязная хуета. В любом случае, погнали. Давай, уходи, пока эти болваны нас не заметили. Но я не могу идти одна. Просто бросить всех здесь. Я не могу. А? Что-то не так? Твой красный цвет так расцвел. Блять, о чем вообще курва речь? Блять, это... Прям тот самый цветок, что ли, ну, блять, каким хуем, блять, оно все коннектится одно к другому по смыслу. Я не понимаю, блять! Какой же это пиздец интеллектуальный! Или, может быть, тебе просто нравится закрытое пространство? Ты... типа любитель детективных убийств? Я не могу просто оставить только позади. Что ж, я могу понять небольшое колебание. Почему бы тебе просто не выйти из камеры сейчас? Давай, просто выходи. Девушки более очаровательны, если они немного эгоистичны. Ебать. И теперь хайя! А. Блять, я вставляю челюсть, ебанула. Нахуй пиздец. Это пусковая установка для протезов. Как насчет этого? Довольно милая машинка, правда? Да пиздец. Кида обнесла дом престарелых. А.
Гладкий вал, розовый цвет, жесткий, но гипнотизирующий блеск. Яркий. Кая, это так мило, что я просто не могу утерпеть, устоять. А, кстати, мой батя был дантистом. А еще папа постоянно изменял со своим ассистентом-стоматологом. Ассистенткой. Но я думаю, что у него был комплекс неполноценности, потому что он всегда играл роль нейрохирурга. Подожди, даже стоматолог получает охуенно много бабла. Да, действительно отличный папа. Пренебрегает своим делом и вместо этого заставляет меня зарабатывать деньги. В смысле? Ой, ебаный твой. Идеальный папа, которого я могла бы убивать снова, снова и снова. Но этого все равно было бы недостаточно. Что это? Я не могу пошевелиться. О, твоя сонная личика очень очаровательна. Могу поспорить, твое личико, милая, даже на полпути к... К плаванию? Однако... Быть очаровательной не всегда хорошо. Милые девушки переживают ужасные вещи. А если ты еще и очаровательна... Ты должна защитить себя самостоятельно. Если ты не можешь, то придется брать все, что тебе дают. Это дерьмовое правило, но не я его придумала. Взрослые сделали это за меня. Так что будь готова к такой жизни. Тока. Кто-то только что говорил обо мне? Пчихуй! Она вернулась! Господин Бьякуя, должно быть, говорил обо мне! Интересно, что он делает, пока зовет меня по имени? Господи, мой господин такой извращенец! Я не могу просто оставаться здесь, мне нужно выбраться отсюда и помочь мастеру. Ебать, она вышла легко. Стоп, а? Эй, Декамару, пойдем к господину прямо сейчас. Если ты мне пригодишься, я куплю тебе рамен, даже добавлю. Но ее здесь нет, вот это уже что-то. Странно, однако, ее запах все еще здесь, может быть, она сбежала сама? Здрасте. Это что-то вроде GPS-а для запястья Декамару? Я вижу, это будет полезно для слежки за ней. В любом случае, ты хочешь, чтобы я погналась за ней, не так ли? Зачем вы начинаете дарить мне этот великолепный подарок такому врагу, как я? Возможно, у другой меня есть какой-то план?
Блин, неважно, наша цель, вероятно, в любом случае одна и та же. Ебануться. Только гнется. Ага. Блять, это ебаный гроб. Итак, давай начнем с мотивации. Пожалуйста, нет. Остановись. Ня, не пройдет. Включить. Что? Что это? Давай, 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 очаровательный голос. Позволь мне услышать его. Извините, что беспокою вас, пока вы заняты. Пришло время туториала. Отбиваться от щупалец можно ЛКМ. Щупальца также будут атаковать снаружи экрана. Используйте клавиши W и S для переключения дисплея. Блять, удобно-то как нахуй. Если дать комару нащупать счетчик сердечных если дать комару пощупать, счетчик сердечных сокращений увеличится. Вы знаете, что это означает, верно? Но в какой-то момент она умрет. Если он заполнится полностью, игра окончена. Так что наслаждайтесь, но знайте. Держите это в голове. Подожди. Подожди, блядь! Пошел нахуй! Пошел нахуй. Блять, сколько это надо терпеть? Сука, блять, я тоже хочу ее за сиськи полапать. Блять, за пизду щупает. Да блять, очень много. Есть, я смог. С первого раза, между прочим. Боже мой, ты настойчивая, но мы только начинаем. Ты будешь медленно, но верно мотивирована. Пожалуйста, хватит уже. О, ты очень сексуальна. Я слышала, что женщины становятся лучше еще до того, как созрели. Но это превзошло все мои ожидания. Но когда они гниют, они становятся... Они становятся демонами? Чтобы найти идеальный момент, у меня есть... Прекрати, зачем ты это делаешь? Это то, о чем я уже спрашивала. Я спрашивала их много-много раз. Ответ всегда был, потому что я милая. Я неплохая девочка, это просто расплата за то, что со мной произошло. И если ты думаешь, что это неправильно, то и то, что со мной сделали взрослые, тоже неправильно, верно?
И если это так, то с этим ничего не поделаешь. Ага! Заставь это непристойное тело работать, и ты никогда не останешься голодной! Кстати, это полная противоположность детской порнографии, поэтому можно включить видео... видеоигру. Без проблем. Что, это не проблем? Разве это не неправильно? Это неправильно, если ребенок так делает. Но ведь это же неправильно, когда взрослые так поступают, верно? И то нехорошо. Если тебя ударили по правой щеке, удари по левой, как говорится. Нет, нет. Опять оно взмыло. А? Этот GPS сломан, прошло... А почему так быстро? Земля вращается без меня? Бинго! Я понимаю, итак, это все. Монорельсовые дороги для меня... первые. Меня вообще качает. Вверх. Где Декамару? Блять, да завали уже их! Сука, блять, да почему нахуй никак не заканчивается? Вау! Нахуй! Блять, еще этой хуйни тут позади, блять, до пизда. Блять, еще один. Хватит уже, ёбаный ты в рот. Бля, я еще не помню, как ультра-атаку включить. Ладно, не суть важна. Да сколько этот ёбаный поезд? Почти, почти. Нормально так с боем прорвались. Тока! Ой-ой, я что, мешаю? Это не так, пожалуйста, спаси меня. Я тебе не позволю.
Очаровательные девушки заслуживают наказания. А непривлекательные получают еще более суровое. Ну и я не урод, я просто немного ниже среднего. Ты достаточно уродлива. Так, подождите. В общем, я предлагаю сегодня на этом закончить, потому что нигде блядского сейва нет. Так что закончим на паузе. А продолжим, ну я продолжу уже прямо сейчас, а вы увидите уже что-нибудь в следующий раз. Всем спасибо за просмотр и всем пока!